Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Tukamp, наш видеоканал, обзор товара выставлен на нашем сайте. В данном случае у нас получается черпак телескопический, вот, ручка черпака у нас выполнена из пластика, который на морозе не обмораживает, сам дуршлаг у нас получается с отверстиями выполнен из оцинкованной стали, по краю идет зазубрина, то есть из лунки будет удобно шубу доставать. Вот. Без особых усилий. Многие также черпак используют для оббивания ледяного нароста на ледобурах. Вот. Черпак у нас в собранном состоянии не болтается, жестко сидит сам, то есть он, как видим, не разберется. Черпак у нас имеет две клепки, то есть в нужный момент у вас черпак не подведет. Разбирается телескопический черпак очень просто, то есть поворачиваем у нас одну часть и выдвигаем, после чего опять поворачиваем. Опять же черпак у нас получится, то что он достаточно жестко, вот, самопроизвольно, не сложится никуда ничего. На конце черпака у нас удобный темляк, в котором можно пропустить руку, чтобы он на вас не выскочил, вот, либо зацепить им уже за предметы одежды. В разложенном состоянии у нас черпак имеет длину 67 сантиметров. В сложенном состоянии длина 50 сантиметров. Сам черпак у нас длиной приблизительно 13-14 сантиметров. Ширина где-то 10,5 сантиметров. Мы рекомендуем вот такой телескопический черпак. К некоторым категориям товаров черпаки идут у нас в подарок. Меня зовут Арсений, интернет-магазин Tukamp. Подписывайтесь на наш канал. Рекомендуем.